Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Гаскат, и сегодня я продолжаю свои туториалы. Этот туториал будет посвящен ловушке в полу. Давайте сразу же приступим к ее постройке. Она строится очень легко. Ставим вот так вот в высоту 4 поршня и сюда вот так вот 2. Аналогично и зеркально с этой стороны. Так, сюда вот и сюда вот. Нет, извините, за фейл небольшой. Так, вот сюда вот, вот так вот и вот так вот. Так, теперь оставляем блоки. Вот так вот, вот таким вот образом. И зеркально с этой стороны. Вот, расставили мы блоки. Что же дальше? А дальше мы проводим redstone сигнал от каждого поршня. Так. Делаем мы это вот так вот. Так. Блин, главное сейчас не запутаться. Так, вот это вот, вот сюда вот репитер с одним кликом задержки. И сюда вот тоже ставим репитер и тоже с одним кликом задержки. И они все должны быть повернуты в одну сторону, вот эту. Аналогично же и с этой стороны ставим. Вот сюда вот репитер с одним кликом. Нет, стоп, не так вот. Сфейлил немного. Так. Да, правильно. Вот сюда вот только в эту сторону репитер с одним кликом задержки. И вот сюда вот репитер тоже с одним кликом задержки. Протягиваем вот это все вот так вот. Так, вот можно считать, мы сделали самое основное. Теперь делаем яму. Вы можете сюда залить лаву, но я не буду заливать лаву, потому что у меня тут доски. А перестраивать все это как-то не очень хочется. Так, вот, ставим вот это вот, все. И сюда вот тоже можно. Вот, сделали мы такую вот комнатку. Ай, лаги. Так, теперь вот, вот так вот делаем, ставим вот сюда вот. Да, вот так вот эти блоки. И теперь мы делаем вот так вот. Соединяю вот это все. Так. Вот это сюда вот. Вот это сюда вот. Без задержки. Теперь делаем все вот так вот. Сюда проводим редстоун. Вот это все закрываем. Вот. Так, что же дальше? А дальше мы вот так вот делаем, сюда ставим рычаг, и половина у нас не работает. О, фейл, извините. Так, вот, теперь должно все работать. Так, вот сюда не надо. Да почему? Вот, если вы знаете, отпишитесь, пожалуйста. Я не знаю почему. А, хотя, стоп. Я, кажется, понял суть. Надо вот сюда вот ставить репитер. С одним и сюда вот. Оттуда все правильно. Вот тут был фейл. Так. Сейчас все должно работать. Да до сих пор не работает. Вот почему, я не знаю. Дорогие зрители, если вы знаете, отпишитесь. Почему эта штука не работает. Вроде я все зеркально делал. Почему этот поршень не задвигается? Так. Теперь два не задвигаются. Так, ну не знаю, в общем. Сфейлил что-то я. Но у вас вроде все должно работать, поскольку до этого я на другой карте строил, у меня все работало. Ну что ж, это все, что я вам хотел на сегодня показать. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, оценивайте мои комменты. Тут и оценивайте мои комменты, оценивайте мои видео, пишите в комменты. Всем удачи, всем пока.